Всем привет! И еще одна замечательная композиция, ставшая известной благодаря исполнению Адриано Челентано «Сюзанна». А записана она была голландской группой VFD Kunst в 1983 году. Ноты с табулатурой, как всегда, в описании под видео. Подписывайтесь, а далее разбор. Аранжировка несложная. Все в первой позиции на простых аккордах, без барре. Но основная сложность будет заключаться именно в соблюдении точного ритма. Итак, начинается со вступления. Тональность здесь совпадает с той тональностью, в которой исполнил Адриано Челентано. Тональность ля минор. Очень удобно. Итак, вступление. Идет два такта, сейчас мы разберем. Потом они повторятся. Итак, зажимаем аккорд ля минор, вторая струна первый лад, третья на втором ладу с безымянным пальцем и средним пальцем, четвертая на втором. Играем бас, пятую открытую струну, затем те струны, которые зажали, вторую, третью, четвертую, два раза. Только через паузу все аккорды будут играться отрывисто, да? И бас тоже нужно будет заглушить. Затем два раза мы сыграли ля минор, будет дальше аккорд ми минор. Средним пальцем вот мы держали четвертую на втором, она остается, остальные пальцы мы отпускаем, и вторая и третья струны будут открытыми. Тоже мы играем те же самые струны два раза. Снова возвращаем аккорд ля минор и играем два раза также. И снова ми минор. Один раз играем. И второй раз уже играем с басом, безымянным пальцем. Можно зажать шестую струну на третьем ладу. Вот эти два такта. Затем они повторяются с той лишь разницей, что в конце мы играем самый последний аккорд, этот ми минор, без баса также. То есть мы два раза в конце играем его одинаково. Давайте пройдем сразу все вступление целиком с метрономом. Метроном ставим 92 удара в минуту. В принципе, такой же темп, как и при исполнении оригинальном, но играть будем в два раза медленнее. Дальше начинается куплет, первая фраза. Итак, остаемся на аккорде ля минор также. Играем сначала пятую открытую, затем аккорд. И вот дальше начинается уже вокальная мелодия. Аккорд держим, повторяем третью на втором, да. Затем вторая открытая, вторая первый лад, держим, сразу не бросаем, шестая открытая, вторая открытая, теперь вместе третья на втором, шестая на третьем, третья открытая, затем третья на втором, безымянным пальцем ее зажимаем, играем с пятой открытой, держим и добавляем четвертая на втором, средним, и добавляем уже весь аккорд указательный на второй струне на первом ладу и играем также три струны, вторую, третью, четвертую. Затем бас, шестая открытая. Теперь аккорд ми минор у нас получился, как во вступлении, четвертая просто на втором, и играем те же самые струны, вторую, третью, четвертую, один раз. Теперь шестая, третий лад и тот же самый аккорд повторяется. Пройдем с метрономом. Следующая фраза. На
начинается также на аккорде ля минор, бас, аккорд. Но здесь уже не весь аккорд мы играем в начале, а только четвертую и третью. Ну а зажат у нас весь аккорд, и теперь в мелодии у нас идет вторая на первом, вторая открытая, снова вторая на первом, шестая открытая, вторая открытая, теперь вторая на первом с шестой на третьем, вторая третьей, пятая открытая и первая открытая. Подставляем аккорд ля минор также и играем три струны, вторую, третью, четвертую. И такое же окончание, шестая открытая, ми минорный аккорд, шестая на третьем, ми минорный аккорд. Такое же окончание, как в предыдущей фразе было у нас. С метрономом пройдем. Следите за ритмом. Дальше. Начинается и заканчивается так же, как и предыдущие фразы. Аккорд ля минор зажимаем. Пятая. Аккорд. Весь здесь три струны мы сыграли. Вторую, третью, четвертую. Затем мизинцем первая, третья лад. Первая, первый лад. Первая открытая. Шестая открытая. Дальше вторая на третьем. Теперь на третьем первая с шестой. Обе на третьем. Дальше первая на первом. Все, открытые первая и пятая. И вот здесь в серединке четвертая и третья на втором. Вторая, третья лад. И повторяется четвертая, третья на втором. И такое же окончание. Шестая открытая, ми минорный аккорд. Шестая на третьем, ми минор. Да, ми минор, четвертая у нас на втором. И открытые третья и вторая. Пройдем с метрономом. Еще одна фраза. Начало такое же, как у нас было во второй фразе, то есть весь такт вот этот будет абсолютно такой же. Да, а окончание уже другое. Открытые пятая с первой. И аккорд ля минор подставляем. Играем также вторую, третью, четвертую. Два раза. Еще держим аккорд. Снова пятая. И два раза аккорд. Пройдем с метрономом. Следующая фраза. То есть зажимаем третью на втором и вторую на третьем. Это неполный аккорд ре минор у нас. Играем четвертую. Потом играем. Быстро нужно будет сыграть третью со второй. И повторить еще третью. Затем открытые шестая и первая. Затем нужно будет зажать вторую струну на первом ладу, но средним пальцем. И играем первую, вторую, третью. Да, вот теперь у нас вторая на первом ладу. Вторая на первом ладу остается. Указательным зажимаем еще на первом ладу шестую. Играем их вместе. Затем безымянный палец третья на втором. Все можно отпустить. Открытые пятая и первая. Дальше вторая на третьем. И вторая на третьем остается. Играем ее вместе с шестой на третьем.
и заполнение четвертая и третья два раза. И снова шестая на третьем, четвертая с третьей два раза. Пройдем с метроном эти два такта. Следующие два такта будут почти такими же, то есть один такт такой же и половинка следующего такта такая же до того, как мы сыграли второй раз шестую на третьем ладу, там у нас идет остановка. То есть давайте сейчас сыграем с метрономом сразу. То есть мы не доигрываем в конце два раза, где мы играли четвертое с третьей. Все, здесь остановка и дальше начинается припев. Давайте пройдем весь первый куплет целиком. И дальше припев. То есть две одинаковые фразы у нас получились. Первая на первом, затем открытые пятая с первой. Теперь подставляем аккорд ля минор. Также сначала играем четвертую с третьей. И сразу играем вторую, затем весь аккорд, вторую, третью, четвертую, затем бас, шестая открытая, и аккорд ми минор, как у нас было в куплете, такое же окончание, четвертая на втором, играем вместе с третьей и второй открытыми, шестая на третьем, и вот здесь сразу играем первую на первом. Это уже начинается второй раз. То же самое мы будем проигрывать. То есть два раза одинаково у нас идет. Давайте с метрономом пройдем. И еще раз. Потом третий раз то же самое идет. То есть начало фразы такое же. Вот мы сыграли когда аккорд. Первый раз, да? На ля миноре. Вторую, третью, четвертую вместе. Затем вторую на первом повторяем с четвертой открытой уже. Вторая, третья. Затем открытые шестая и вторая. Третья открытая. И третья на втором безымянным пальцем ее зажимаем. Держим. Пятая открытая. И подставляем аккорд ля минор. И доигрываем то же самое, что у нас было во вступлении. Во второй половинке вступления аккорды. Давайте пройдем вот эту вторую фразу с метрономом.
и пройдем весь вот этот первый припев целиком. Это у нас был первый куплет и первый припев. А следующий куплет и припевы в конце, они сыграны по примеру последнего куплета, который поется именно в песне варианта Адриано Челентано, в этой песне. Повторяется начало куплета также, и у нас изменится только переход на припев. Первые 8 тактов куплета играются точно так же. То есть 4 фразы, да, которые мы разбирали по фразам. И в последнем такте вот этих 8 тактов, скажем так, у нас идет остановка, когда мы пришли на аккорд АМ, да, ля минор, мы играли до этого просто на нем. Потом переходили на АДМ сюда. То есть здесь мы половину такта сыграем также. И потом просто остановимся на нем. И дальше уже будут идти следующие фразы достаточно свободно, с замедлениями. Вот такая же фраза. В принципе, на тех же аккордах, просто по-другому немного сыграно. Здесь зажимаем весь аккорд ре минор, первая на первом, третья на втором и вторая на третьем. Также можно сыграть первую, вторую, третью, четвертую струну, либо вместе, либо провести прям большим пальцем по ним. Дальше сразу зажимаем вторую на первом ладу и играем первую, вторую, третью и шестую. Повторяем первую. Вторая на первом остается, указательный добавляем, шестая на первом. И сразу безымянным зажимаем третью на втором и играем те струны, которые зажали. Повторяем третью. Дальше. Тоже весь аккорд ля минор теперь зажимаем. Играем первую, вторую, третью и пятую. Теперь вторая на третьем. И вторая с шестой на третьем. Зажимаем и играем вторую, третью, четвертую и шестую басу. Даже вот здесь остановка у нас идет. Давайте эту фразу еще раз сыграем. То есть так должно получиться. И вторая фраза похожая. Начало такое же, ре минорный аккорд. Зажимаем вторую, играем также первую, вторую, третью и шестую. Повторяем первую. На первом ладу вторая и шестая плюс третья на втором. И вот в конце немножко поменялось. Аккорд ля минор зажимаем. Сначала играем аккорд вот здесь по средним струнам, без первой. Держим и теперь мизинец первая на третьем, дальше первая, первый лад, теперь зажимаем просто шестую на третьем ладу, играем ее и первую, вторую, третью, либо вместе, да, либо как арпеджио. Если по всему аккорду хотите пройтись, то еще пятую на втором ладу нужно зажать, и в конце вторая на третьем. Тоже остановка, и дальше идет снова припев. Ну, давайте вот эти две фразы пройдем. То есть окончание второго куплета, весь целиком второй куплет не будем проходить, пройдем только его окончание, которое у нас поменялось.
Дальше у нас идет припев. Он почти такой же, как припев после первого куплета был. Поменяется у нас только окончание. Сейчас я сыграю. Вот до этого места у нас то же самое было. И первый раз после первого куплета мы играли сразу третью на втором, да, и выходили на аккорд ля минор. Здесь мы сразу приходим на аккорд фа мажор, то есть можно его зажать здесь без барре. Зажимаем шестую на первом указательном, средним третью на втором и безымянным пятой на третьем, мизинцем четвертой на третьем, то есть вот эти струны. И сыграем сразу третью с шестой. Держим два раза. Получается пятая с четвертой. Затем меняется аккорд. Зажимаем шестую на третьем, пятую на втором. Играем вместе третью, четвертую, пятую, шестую один раз. И повторяем третью. Аккорд держим. И еще нужно сделать два коротких удара по басам, скажем так, вниз и вверх. После этого у нас повторяется все то же самое. Играем также в конце, да, и еще раз. То есть три раза мы повторим одинаково. На третий раз мы на вот этом фа-мажорном аккорде просто остановимся, сыграем вместе все четыре струны, третью, четвертую, пятую, шестую. Да, можно подержать по желанию сколько хотите его. Затем играем окончание. Первое на третьем, первое на первом. Также зажимаем шестую на третьем. Можно еще подстраховаться, зажать пятую на втором. И играем вместе первую, вторую, третью и шестую. Да, либо по всем струнам можно провести. Держим. Добавляем вторая на третьем. Тоже подержите этот аккорд. Затем вторая первый лад. Вторая третий лад. И в конце у нас аккорд ля мажор. То есть на втором ладу у нас четвертая, третья и вторая. И играем все струны от пятой до первой. Ну давайте пройдем вот этот последний припев тройной, да, скажем так, и окончание. На этом, собственно, все. Желаю вам удачи, успехов, терпения и до новых встреч. Пока!